то, что был изменен формат переговоров не на уровне Украина как государство и так называемый ДНР, ЛНР, а он был серьезно укреплен, это серьезное понимание Европы, что предыдущий формат Минск-1 не работает. И реально эти переговоры показали очень важную вещь, что европейцы серьезно были обеспокоены. Меркель сказала, что она действительно не может уже смотреть, сколько людей гибнет в Украине, и каждый ответственный политик в любой стране на это не может смотреть. С другой стороны, абсолютно понятно, что формат надо было усиливать, и Европа его усилила. Состоялось принуждение к миру. Пока что. Эти переговоры действительно очень архисложные. И так примитивно, мне кажется, ставить вопрос, что получил Путин, что получил Порошенко. Наверное, навряд ли, в общем-то, возможно. Сам факт пребывания Путина и то, что он присоединился к декларации вместе со всеми президентами, свидетельствует о том, что он лично несет ответственность за ту договоренность, которую вчера мы все наблюдали. И для него, как президента России, это тоже должно быть важно. Хотя мы все тут понимаем, что слово он не держит.